Здесь с нами. Мне очень хочется сегодня, чтобы этот вечер был для вас очень важным и очень приятным. Потому что мы сегодня приглашаем вас в путь к себе. Это программа «Путь к себе». И сегодня с вами проводниками в этом пути будут Ванлис, композитор, исполнитель музыки в потоке. Сегодня для вас прозвучат три его композиции. Это «Вечность в кармане», «Солнечный ветер» и «Путь к себе». Остальная музыка будет звучать для вас сегодня, она будет рождаться буквально у ваших, на ваших глазах. Будет звучать она первый и последний раз. Петя. Петр Кравченко. Петр Кравченко. Это мастер импровизации. Сегодня он будет для вас играть на флейте и на скрипке. И с вами буду я. Это философская поэзия о пути к себе в нашей жизни. Мы надеемся, что сегодня музыка и стихи помогут вам расширить рамки вашего сознания от вашего «я» в теле до ваших высших структур, до ваших тонких структур высшего «я». Для этого мы вам предлагаем удобно сесть или даже удобно лечь, максимально расслабиться, закрыть глаза. Хотя бы сесть, потому что стоя это будет очень сложно расслабиться.